У православных сегодня большой праздник – День святых Петра и Павла. Он знаменует окончание многодневного Петрова поста. Согласно церковному учению, именно в этот день апостолы приняли мученическую смерть в Риме. Во всех православных храмах проходят праздничные службы. В Нижегородском храме в честь Петра и Павла специально к празднику написали икону с апостолами. Из Греции привезли частицу их мощей. Это единственная икона с мощами святых Петра и Павла во всей Нижегородской области. Из Греции нам были переданы эти мощи только вот по милости Божией. И сейчас любой нижегородец в любое время может прийти и приложиться, потому что эта икона будет у нас пребывать постоянно в нашем храме. Я очень рада, что у нас еще и мощи появились.